Здравствуйте. Встречайте сегодня в Светлогорске Максим Мирный! Еще, друзья, приветствуем наших гостей. Уважаемые гости, я приглашаю проходить, давайте поближе к детям. Он поделится с вами секретами своего мастерства, проведет мастер-класс и ответит на все интересующие вас вопросы. Дорогие ребята, уважаемые родители, мне, во-первых, хочется поблагодарить вас, что вы меня пригласили, и мне приятно быть в городе, в котором я еще не бывал никогда в своей жизни. И во многом благодаря вот совместному усилию с детским фондом ЮНИСЕФ у нас сегодня удалась такая возможность побывать, навестить ваш замечательный город. И надеемся, что мы сможем все вместе получить удовольствие, зарядиться на много-много дней, недель, месяцев, лет вперед, чтобы вести здоровый образ жизни. И вот я уверен, что с помощью наших официальных гостей мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы жизнь каждого ребенка в нашей стране, жизни каждого родителя была благополучной и была с учетом всех наших прав и обязанностей, которые прописаны в наших конвенции по правам ребенка. Мы постараемся повеселиться, поиграть. Я с вами пообщаюсь, постараюсь раскрыть вам секреты тенниса на самом высоком уровне. Перед выходом на корт я лично начинаю вот такое вот очередное знакомство с ракеткой, чтобы почувствовать лучше мячик, чтобы почувствовать лучше ребро ракетки. Вот мы видим, что я не размявшись, я еще почти холодный. Такого образа упражнения. Ребят, запомните, старайтесь эти упражнения выполнять самостоятельно, старайтесь этому уделять самое пристальное внимание, тогда у вас будет все хорошо получаться и не будет никаких травм. Хочу пожелать тоже родителям терпения, потому что
любое дело в жизни требует терпения, чтобы добиться каких-либо результатов, уже не говоря там о самых высоких. Поэтому еще раз мне было приятно с вами сегодня провести здесь утро. Я буду ждать очередной встречи. Давайте поддержим аплодисментами Диану. У Владислава есть брат Курский Алексей, младший брат Владислава, абсолютный победитель районных соревнований, занимает только первые места, является примером для старшего брата. Ярощук Никита, победитель открытого первенства спортивной школы. Поддерживаем, поддерживаем наших ребят. Детки, я всем подпишу, не торопитесь. Мы пообщаемся, все вопросы, которые вас интересуют, чья это была? Максим, бери кому-то несиску, подпиши, пожалуйста. Детки, пожалуйста. Гена.